Есть два случая, в которых с 1 января 2023 года физические лица вправе по своему добровольному желанию перейти на уплату налога на профессиональный доход. Во-первых, это касается деятельности без наличия работодателя и без привлечения физических лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам. А также это распространяется на деятельность, связанную с получением профессионального дохода от использования имущества. Ставки налога на профессиональный доход установлены в размере 10% при работе с физическими лицами и иностранными юридическими лицами, независимо от размера полученной выручки. При работе с белорусскими субъектами хозяйствования 10% при сумме полученного дохода не более 60 тысяч белорусских рублей и 20% суммы превышения указанного дохода. Для получателей пенсий ставки установлены в размере 4,8% соответственно. Уплата налога на профессиональный доход в том числе включает в себя обязательные страховые взносы в бюджет Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для физических лиц, которые признаются плательщиками таких взносов. С перечнем видов деятельности, которые физические лица вправе осуществлять с уплатой налога на профессиональный доход, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. К ним относятся, например, ремесленная деятельность, оказание услуг в сфере агроэкотуризма, репетиторство, фотосъемка, парикмахерские и косметические услуги, ремонт швейных изделий, компьютеров и многие другие. Чтобы перейти на применение налога на профессиональный доход, физическому лицу необходимо до начала осуществления деятельности, во-первых, установить на свой смартфон или компьютер приложение «Профдоход». Ссылка для скачивания размещена на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. И, во-вторых, проинформировать налоговый орган через приложение «Профдоход» о применении налога на профессиональный доход. Самостоятельно рассчитывать налог на профессиональный доход плательщикам не нужно. Применение налогового вычета, размер ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Также не требуется представлять налоговые декларации и приобретать кассовое оборудование. Учет полученных доходов ведется посредством формируемых чеков в приложении. Немаловажным является тот факт, что для физических лиц, которые впервые зарегистрировались в качестве плательщика налога на профессиональный доход, предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2000 белорусских рублей.